Пошли мы с Олей дальше, когда вышли после апартаментов прогуляться, посмотреть, что все-таки происходит вот на том пляже. Можно ли туда заходить? Видели дядьку, который выплыл поверху над кораллами? Пошли к нему познакомиться, поузнавать. Слушайте, такие страсти еще до сих пор происходят. Они живут вот где-то вот здесь вот. Отели после стройки начинаются. Кстати, Соха от нас вообще недалеко. Рядом, от да? них Соха 500 метров. То есть нам, ну, по сути, сколько? Километр, полтора пройти, и будет Соха. Можно без такси обойтись. Так вот, они приехали в пятерку. Там музыка играет. Давай чуть вперед пройдем. Они приехали в пятерку. Заявлено как пятерка. Ага. В общем, у них там, ну, какие-то ужасы они нам рассказали. У них нет полотенец, у них нет горячей воды. У них, в принципе, нет ничего. Они когда пришли на ресепшн и сказать, чтобы... Новые. И сказать, чтобы, ну, что-то сделали по благоустройству, им ответили: ребята, вот такси, и вот вообще впереди Египет. Выбирайте все, что хотите. Вот тебе пятерка. Название пятерки, что, блин? Ой, вот я не знаю, как-то они называли. Не длинное название. В общем, что мы сделали? Мы их приперли вот сюда, в апартаменты. Ага, сказали, что они могут по $20 за сутки здесь как бы расположиться. Можно ходить, кушать туда. А-а-а. А здесь жить. Жить спокойно. Ну, потому что там, в том гадюшнике, вообще жить, конечно, нереально. Так что, ребята, нам крупно, несказанно повезло. Да, и мы лишний раз порадовались. Точно. Ну, а сейчас, друзья, давайте пройдемте в этот бар. Он открылся так, как сегодня запускается пятерка. И будет пенная вечеринка. Мы уже посмотрели, там принесли пушку. Пенный утренник будет в 11 утра. Утренник. А про вечеринку ничего не говорили, да? Вот пенный утренник. Как вы видите, завозят новые полотенца совершенно. Носят в тот отель пятерочка. Открылся этот бар. И вроде бы тут и пиво тоже есть, да? И вроде бы тоже еще что-нибудь. Да. Нет, хочу вкусный коктейль. Пойдем. Вкусный коктейль. Вкусный коктейль. Это девчонки. Я нашла своего жениха. Мы с ним без два казаха. Аниматоры, девчонки аниматоры? Да, да, да. Очень хорошая. Ром? О, тоже. Бар работает, все запустился. Ром есть? Ром есть, да. Отлично. Так что, друзья, два бара вообще. Пятерочка открывается полным ходом. Как вы заметили, там народ. Ну, здесь пока нет, еще не знают, но уже будет. Автобус ходит регулярно. Вкус манго как шикарно. Соки натуральные, египетские. Блогера. Вечно сырой и голодный. О, девчонки, на здоровье. Спасибо. На здоровье. Let's get ready for the party.
Приглашаем вас на наш пляж! Пенная вечеринка! Мыло, ты даже не представляешь. Ну здрасте, вы что? Спасибо. Ты не хочешь явную роль в картине, я как Петр и Селена.
с тобой на баре. Девчонки возвращаются с пляжа.